О рисках мошенничества со стороны криптовалютных пенсионных фондов предупреждает потребителей комиссия по фьючерсной биржевой торговле США, CFTC. Некоторые фонды утверждают, что они якобы получили одобрение налогового управления, но они могут убедить клиентов приобрести криптовалюты обманными методами. Как отмечают в CFTC, индивидуальные пенсионные аккаунты, связанные с криптовалютами, существовали и раньше. Однако в последнее время некоторые фирмы не уведомляют налогоплательщиков США обо всех сопутствующих рисках или же вовсе ведут мошенническую деятельность.